Всем привет, нахожусь в Тбилиси, на стройке, решил снять видео, есть немножко времени свободного. Хотел показать, как варится горизонтальный шов. Чтобы его сделать, нашел 159-ю трубу, сделаю прихватки в горизонтальном, вертикальном положении, потом поставлю горизонтальное и объясню, как варить. По 2,5 мм зазорчик стоит, делаем прихваточки. Три прихватки сделал, прокручиваю, делаю четвертую. После прихваток ставлю в таком положении и буду варить справа налево. На себя электрод под 45 градусов где-то по отношению к трубе ставится, зажигаю и отрываю, так же как и в вертикальном положении варю горизонт, так потихоньку передвигаюсь. Не знаю, видно или нет, давайте попробуем сейчас. Посмотрим, что получилось. Сопопил шлак. Расстояние большое, поэтому шовчик получился без катета почти, заподлицо вот такой вот аккуратненький. Ага. Чтобы правильно сделать, надо подобрать правильно ток, электроды, расстояние между трубами. Я думаю, что придется второй проход делать. Кому понравилось, пишите комментарии. Будем дальше снимать.